Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Мистер Салер. Сегодня хочу поделиться с вами одной интересной монетой, которую я для себя нашел на многих форумах. Я увидел обсуждение этой монеты, ну и решил с вами тоже это обсудить этот момент, показать вам. В целом, даже как-то интересно то, что у них целая, там, грубо говоря, экосистема, да, и они там разрабатывают очень много всякого разного функционала. Но это все в функционале, давайте поговорим именно о самой монете. Значит, вот мы сейчас находимся на их сайте. Как вы видите, да, значит, и что в целом они пишут, что мы делаем, да, почему именно вообще в целом наша монета. Значит, в первую очередь они пишут о том, что с ними легко работать, да, простой способ начать. Значит, устраняет сложность и путаницу в криптографии. Таким образом вы можете сосредоточиться на расширении своего профиля, изучении новых активов и увеличении своего благосостояния. Нажимаете «Начать», и вы уже принимаете участие. Значит, вы выбираете, начните с выбора комплекта и решите, сколько вы хотите купить. Вы можете начать всего со 100 долларов, чтобы вы могли расти в своем собственном темпе. Также, если покупаете сейчас, то вы получаете 10% бонусы, что довольно-таки неплохо. Значит, вот, переходим дальше и устройтесь поудобнее и наблюдайте, как растет ваше богатство. То есть, в принципе, здесь есть очень-очень, скажем так, простые пути, да, значит, это что вы делаете? Покупаете криптовалюту, всего за 3 простых шага, значит, выбираете ее, потом покупаете и смотрите уже рост. Вот как раз они об этом и пишут. Значит, что дальше, да, здесь пишут они? Что, в принципе, является все это безопасным и простым, да, значит, вот, попробовать можно скачать и уже приступить. Что мне очень еще понравилось здесь, в первую очередь, когда я перешел, когда только начал интересоваться этой монетой, у них есть поддержка, можно нажать поддержку, видите, здесь можно перейти, посмотреть, сразу вам подскажут. Ну, они пишут сами, что получите необходимую поддержку на каждом этапе пути. Я так и сделал, я просто пришел и получил эту поддержку. Значит, первоклассное обслуживание клиентов, учебный свой центр, веселые мероприятия, вебинары, сообщество реальных людей, которые вы полюбите. Значит, по поводу СМИ, да, я как раз вот в СМИ это и увидел, вот они пишут пресс-комната, вот они, у них где-то здесь было о нас или о событиях, я вот этот раздел нашел. Значит, заголовки новостей, да, то, что они говорили. И посмотрите, какие известные издания. Даже Daily Express, да, много-много крупных изданий, которые говорили о них. И поэтому, в принципе, это все привлекает внимание, то, что и на форумах об этом пишут, на всяких крупных криптовалютных, поэтому я, в принципе, о ней только и узнал, потому что я захожу частенько на различные форумы популярные и смотрю новые монеты для себя, у которых есть какие-то перспективы. И вот, как вы видите, да, соответственно, о них много пишут, и они тут, в принципе, также сами стараются максимально помогать с самого начала, то есть у них есть поддержка, с поддержкой начинают вам помогать, пытаться как-то вас на правильный путь наставить, да, как инвестировать, значит, вот. И всего лишь 100 долларов, в принципе, небольшие деньги для какого-то первого опыта. У меня первый опыт в криптовалюте как раз, по-моему, со 100 долларов и был, пришел на 100 долларов, посмотрел, что к чему. Ну, правда, в моем случае я 100 долларов себе потерял, вот, потому что я делал все неправильно, без опыта, сейчас уже совершенно все по-другому. Вот у них, кстати, еще есть и пакеты, которые упрощают покупку криптовалюты. Есть пакет Blue Chip. Вот, пакет Blue Chip — это простой и разумный способ купить самые большие криптовалюты на блоке. Это криптовалюты, на которые обращают внимание все основные финансовые институты мира. В общем, здесь есть предложение, да, сколько вы чего получите и купить. Также, ну вот, каждое предложение, оно расписано, это типа самое крутое, это самое простое, это такой средний вариант. Вот, техподдержка, если вдруг заинтересовали именно эти предложения, можете попробовать, да, естественно, уже техподдержка вам поможет в этом вопросе и подскажет, что к чему. Но теперь о самой монете, ближе к делу. Значит, лучшая в мире монета для создания благосостояния. Монета, запущенная в 2017 году, является частной валютой, которая поддерживает их уникальную экосистему. Значит, теперь с нашим первым публичным листингом монет и разработкой их собственной технологии блокчейн, они находятся на пути к включению в список крупнейших мировых бирж. Значит, пишет, что достигнет двух основных целей. Это первая цель, чтобы создать глобальную платформу CryptoWealth, которая изменит правила игры. Во-вторых, создать систему финансирования инновационной и полностью раскрыть потенциал самых передовых компаний мира. Кстати, это, по-моему, вообще первая монета, которая заявляет о том, что она хотела бы биткоин переплюнуть. То есть даже тот же эфириум, я не слышал ни разу, чтобы эфириум говорил, что хочет, ну, Бутериан, да, чтобы он говорил, я хочу биткоин переплюнуть. То есть здесь, в принципе, как-то у ребят поставлены цели выйти на первое место, и они гонятся очень сильно за славой, да, то есть вы видите, крупные издания они говорят, у них своя экосистема, ну и в целом, вот, кстати, как раз пишет экосистема, вот, видите, а у них большие там команды, да, там, вон, звездный состав, как видите, лучшим умов отрасли, они набрали лучших специалистов, значит, 17-го года они, как они пишут, вот, есть у них белая бумага, но почему-то они голубая для монеты, можно, в принципе, ее скачать и посмотреть, но она, правда, будет на английском языке,
Если у вас проблемы с английским, то вы особо-то тут ничего не поймете, но можно посмотреть, как все распределяется, этого, в принципе, будет достаточно, вон, да, и как видите, расписано, сколько, куда, чего и почему. Ну, в принципе, как любая белая бумага, только говорю, в их случае она голубая. Так, значит, в целом, что тут купить, в принципе, легко, да. Начали, как бы, вот, нажали и все, и купили. Своей технологии они в целом что пишут? Это экосистема, построена на технологическом стеке, который не только управляет нашей собственной и полностью функциональной торговой биржей, но также является строительным блоком будущей компании и нашего сценария использования венчурного финансирования. Да, мы гордимся тем, что у нас есть полноценная внутренняя глобальная команда разработчиков, и мы с нуля создали наш собственный, лучший в своем классе стек технологий. Значит, о себе расписывают, как технология работает, ну и хронология. Вот, значит, 17-й год. И вот у них пишут, что у них происходило. На самом деле хронология довольно-таки неплохая. Очень много событий разных. И на 2023 даже уже есть планы, да, как вы видите. А у нас на носу еще 2021. Вот, значит, грандиозные планы. Поэтому вот, в принципе, ребята и так-так и двигаются масштабно. И, естественно, пытаются максимально везде себе заявить. Значит, их штаб-квартира находится в Сингапуре. Вот их команда высшего руководства. Это генеральный директор, главный цифровой директор по всему миру. И исполнительный директор в Австралии. Значит, вот они в прессе, да, как вы видите, крупные такие громкие названия, которые о них упоминали. Ну и также, видите, они в глобальной ассоциации, да, вот стоят, значит. О, значит, у монеты действительно хорошее перспективное будущее, поэтому, друзья, просто присмотритесь, я для себя ее нашел, буду инвестировать, смотрю, как что будет, потому что выход на крупные биржи, соответственно, сделает хороший рост, как это обычно бывает, но с хорошим ростом можно хорошо заработать. Ну и всем, кому понравилось видео, обязательно лайк, подписку и до новых встреч, пока!